волк там, волк. Волк. Милаша, мы стоим, отдыхаем. Волк, где там волк, доча? Волк. Я просто хочу есть. Мясо. Я хочу есть. Одите. Это картошечка, мясо и купаты. Купаты невкусные. Мне не нравится. А вот мясо самое главное. Вареная, просто вареная говядина. Да. Отварная. Да Милана, ёкалю мне надо. Мишка косолапый по лесу идет. Шишки собирает, песенку поет. Тут одна шишка, там Милане лоб. Вот, вот так кулачком мы привыкли. Пока. Не, кулачком себе, ей не надо было. Мишка косолапый. А звал его? Сорока ворона, кашку варила. Милану кормила. Потом полетела, полетела, полетела. На головку села. А нас дождик провожает. Пошел побежала. Смотри, как красиво. Скажи. Ой, скажи. Всем привет. А мы, скажи, в отеле вчера остановились. Но нам снимать некогда было. Даже сегодня утром мы просто были раздеты не в том виде, да, чтобы сниматься. Мы, скажи, уже выходим и едем домой. Дальше. Мы дальше Воронежа. Я даже не знаю, где мы. Рушан, а где мы сейчас? Где-то перед Воронежем, за Воронежем. За Воронежем, да. Точно не знаю. Есть Подмосковье, а это под Воронеж. Под Воронеж. Так что все, мы едем. У нас утро пораньше. Такая погодка, блин. Лерочка, аккуратненько, ладно, солнышко? Опа. Мы тут Миланкин башмачок потеряли. Пришли, а он это, ну, в номере один. Вот этот. Мы брали на всякий случай. А сейчас второй не можем найти. Только кроссовки надо аккуратно, чтобы их не понять, ничего. А второй не можем найти. Они вот так два вместе были. Угу. Ну, в плане Дамира и Миланины. А у Миланы оказался один только. Сейчас смотрю, нигде мы тут не потеряли его. Жалко будет, если честно. Они, во-первых, и нам еще как раз, мне кажется, они еще и на осень сгодятся. И кому-то отдать, они такие хорошенькие. В машине однозначно нету, зай. А, нашел, да? Нет. А, нет. На, держи. Ага. Так, подожди, я же туда сунула его. Это не он? Ну, это он, ты его сунула. А в этой сумке точно, в пакете точно его нету? А ты сейчас пеленки отсюда доставала? Да, но он может только быть сверху, он не может быть снизу. Я просто сверху кинула пеленки и все. Нету, да? Подожди, давай, стоп. Все, все перестирывать буду, все буду перестирывать, естественно. Как? Ладно, дай бог найдем, не будем сейчас заморачиваться. Давай прям быстренько рушь, прям тут это... Печет уже хорошо с утра пораньше. Теплынь какая.
гуляет. На попу отсидели. Разминаетесь? Да. Давайте. Я раз, два, три. Где мы? А мы дома. Ура. Чем там увлеклась? Занято. Милана, посмотри на маму. На маму. На. О, какой ты молодец. Понимаешь, что это ее розовая бутылка. А вот еще суть дает. Ой, какой молодец, Дамир. Сывает. Милана, Милана, посмотри на маму. На маму посмотри. Милана, посмотри на маму. Мы переоделись и уже играем. Видите, моя зайка, играй. Ой, дочь, ты чего? Скажи, я только проснулась. Ножки пока не держат меня. Не держит. Пока мама завтра готовит, детки отдыхают, наиграли, теперь отдыхают. Дай мне вытаскивай пальцы со рта. Очень некрасиво, большой уже мальчик такой. Ай-яй, мне кажется, Дамир поспать хочет. Не выспался. Ну еще подержаться надо, сынок. Не засыпай. Они уже покушали утром, скоро будет второй завтрак. Через часик только. Так что наигрались, теперь он отдыхает. У нас три яйца. На сегодняшний день жарят яичницу. Что-то с маслом промахнулась, буркнула. Но это что-то немножко от перегрева, мне кажется. Что-то дома уже душно. У нас прям сегодня 33 градуса. Смотрите, у меня тянется он к солнцу, видно, нет? К свету, вернее. И мы же уезжали, нас пока не было, никто не поливал. Смотрите, что произошло. У нас все листья пожелтели. Вот я бегом вчера вечером приехала их поливать. Все-все поливать. Либо... А! Здесь не солнечная сторона. Они не могли от солнца пожелтеть. Ну, скорее всего, от этого... То, что не поливали. Пожелтели. Я бегом-бегом вчера, может, отойдут. Может, подкормить их чем-то надо будет. Вот так вот. Жара, духота, Рушан там прицеп разгружает вещи Катринины. У нас новая дверь. Гляньте. У нас новая дверь. Я не знаю, Рушан показывал, нет. Я не слежу, что он показывает, что нет. Рушан, ты показывал нашу новую дверь? Да. А, показывал? Ну все же, я у себя покажу. А интересно, есть такие зрители, которые не смотрят канал Рушана? Есть. Есть, да? Есть. Ага. Хорошо, она разгружает. А, ты туда составляешь пока? Там нету никаких тряпок. Нэнси, видишь, он идет. Хвост навострила. Этот стеклянный у них стол или пластик? Стекло. А, стекло и доехало, да? Да. Ну, классно. Зонтик. Все, ватрушка. А ватрушка зачем? По-моему... А, в Лагонахиках точно можно даже поехать. О! Нам нужно срочно, давай молча быстренько теплицу закроем. Давай. Я знаю, я такой, я вышла, детки уснули, я их уложила, покормила, напоила. Сложно, Лерочка просится помочь. Говорит, можно я помогу? И это. А у меня, она же немножко, ну, начинаешь там, допустим, когда Дамир кушает, она решила побежать, вот, допустим, кормит-кормит его, она Дамира кормила, а я Миланочку. И это, кормит-кормит его, ротик испачкался, она бросила тарелку и побежала, короче, искать платок, чтобы вытереть, ну, полотенечко, чтобы вытереть ему ротик. А он же какой у нас, отходить нельзя, надо и кормить, надо, допустим, я же... Нет, я же ложечкой так вот потираю все, собираю с ротика. Она рванула, он начал капризничать. Я говорю, Лерочка, говорю, не надо отходить, когда он кушает. Надо продолжать. Еще же не знает.
где куры несутся. Где? Вот. Дядь Коля, да, собирал? А? Да. Не стал выбирать, я думаю. Что, потому что здесь прохладно, да? Ну да, здесь прохладно. Хорошо. И кондиционер не нужен. И это, и что удобно, видеоняне не надо ставить. Ну, да. Она же возле теплицы-то не ловит. Я постоянно, когда иду, допустим, в теплицу, мне надо в теплице поработать. А я ее куда-нибудь вот сюда вот ставила, а здесь везде, видите, солнце, солнце. Я вот прям где-то вот сюда на камешек ее спрятала, чтобы она это... Ох ты ж, моя роза, ее надо теперь обрабатывать. Тут все. О, смотри, как моментально тропинка заросла, да? Смотри, у нас укроп вырос. Смотри, какой у нас. Вот такая клубничка. Хотя она потом, по идее, в этом не должна была. Гляньте, какая. Гигантелла. Вот это пропало. Где? Вот она. Видишь? Ага. Пропала. Виноград как разросся. Дядь Коля нам поливал, наш сосед поливал цветы. Смотрите, какие. Смотрите, какая красота распустилась. Надо вот это вот поубирать, тоже все поработать. Ой, ну такое пекло. Сегодня 33, а впереди 36. Страшно заглядывать. Вы мои хорошие. Вам жарко. Потом посмотрите, там с огурцами. О, с этими. Ой, бедненькие, гляньте. Огурцов-то полно. Хотя мы, дядь Коля, говорили, собирайте огурчики на салатик. Их полно. Вот они, переростки уже. Гляньте, какие огурцы, хотел сказать. Огурцы. У нас помидоры. Вон какие уже висят. А сегодня только начало июня. Третье, что ли? А это что такое? Что у нас все тут у нас поедено кем-то? Гляньте, что это такое? Это ерунда. Как перцем пахнет. О, перчик, ого, гляньте, кто там мне писал, что у меня перца здесь нифига не будет, я их насажала близко. Да будет, мне много не надо, мне немного. Перчика мне немножко. Так, вон сколько перчиков, вон сколько висит перчиков у нас. Вон сколько, ого, вон сколько у нас там перца висит. Так что, вот так вот. Все будет у нас. Все будет хорошо. Все, сейчас я Рушану помогу. Красота, короче. Лерочка прямо на кровати у нас лежит. А, в телефоне что-то делает, смотрит. И за детками смотрит. Они уже спят. Ну как распустились, а? Как все распустилось. Хорошо, прям. Какой аромат стоит. Вот это надо все здесь будет убирать. Здесь крапивы очень много. Припекается хорошо. Да, Рушан? А вот это, смотри, лук у нас. Его надо обрывать? Да. Иначе? Ну, оно, в принципе, как сказать, это потом жесткий будет. Это уже все, вот этот уже все, он жесткий. Да. Это обрывать, вот. Чтобы другие не пошли рядом, или что? Вообще его обрывают, чтобы это он не забирал из корня. Силу? Силу, да. Мама там нам укропом наморозила. Девочки! Девочка, соскучилась?
все там вообще шикарно. Красота какая. Ты же открыла? О! Внутри закрыто? Петлица? Да. Да, как груза жарко, мне открыто. Смотри, как припекает. Не хватает, знаешь, чего? Какого-то такого большого дерева. Как он у нас здесь стоял. Орех. Если бы он был бы молодой, мы бы его не убирали. Он хорошо здесь прикрыл, а здесь не помеха. У нас все открыто. Что здесь отменяет, да? А есть какое-то средство против крапивы, чтобы побрызгать, и она ушла? Раунд, да? Вот надо побрызгать. А что, куда не наступи, везде крапива? Так? Куда не наступи, куда не наступи, везде крапива. Да. Я говорю, как хорошо припекает. Может, ноги загорятся у меня. Он заносит. И припекает, и заносит. Как у вас чисто стало. Thank you.
Все, тебе Дамир все перекинул, да, доча? А только вот эти головки он все повыбрасывал на ту сторону кровати. А давай, смотри, мама тебе сейчас тут все соберет. Смотри, дочь. Смотри, милаш, милашечка. Где цыпленок? Пи-пи-пи-пи-пи. Дамир ей взял эту штуку, перекинул, а сам вот туда он все, он на ту сторону все выбросил. Вот ты будешь сидеть сейчас без игрушек, сынок. Как так? Лерочка собрала лук на салат и огурчики. Так, а это деткам на супчик. Сейчас я игрушки вот эти перемою, все уберу, все сложу. И буду мыть уже огурцы. Да, а это воробушек, воробушек Чик-Чирин. Чик-Чирин, представляешь, такой вот воробушек. Опа. А это кто это? Это петух, петух. Кукареку, кукареку, петушок. Лерочка нарезает салат. Огурцы, пытается не отразить себе ног. Сейчас пойду я еще посмотрю, наверное, редиску. Ты редиску любишь? Нет. Даже салат не любишь? Даже салат не люблю. Ну да, у нас будет это. Просто вообще. А, сейчас капусту еще посмотрим. Здесь у меня суп детям варится. Бульон индейка. Это тоже крупный. И это тоже крупный. И это, Лер, тоже крупно? Нормально, давай. Кто-то балуется с подушкой. О, ложись на подушечку, ложись, как мама тебя учила. Ложись, сынок, на подушечку ложись. Что ж ты ее кусаешь? Дамир, ложись на подушечку. Ложись, ложись на подушечку, отдыхай. Давай, ложись, ложись. Как, да, как взрослый, да, вот так. Ложись, ложись. Ложись на подушечку, сынок. Ложись. Не, он пока хочет ее покусать. У нас тоже там зубов полно лезет. Ну, вот такой у нас сегодня будет супчик. Здесь у нас мясо, индейки, картофель, морковь и перепелиное яйцо. Ну, такой вот у нас суп, детка, сегодня. Лерочка порезала салат. Сейчас я еще добавлю пекинскую капусту, салат. И будет у нас салат такой. Огурцы, лук и пекинская капуста. Покажи, подожди, не тряси, не тряси. Вот такую штуку заказала я бебиком. Водный коврик вселенной черепашки. И его надо туда, наверное, водичку будет заливать. Это надо в ванной потом. Ну, не знаю, не знаю. Наполнять. Я давно хотела такую штуку. Я заказывала вот две. Разные. Чтоб вам было интересно. Я давно хотела такую, когда еще вообще маленькую. Пахнет, да? Ее можешь выветрить. Там писали, что быстро запах уходит. Да не вкусно пахнет. Ну-ка, покажи. Да, угу. Туда водичку надо наполнять. Угу. Такая черепашка. Наполняем туда водички внутрь. А где клапан у нее? Вот. Да, наполняем водичку. А как что наполнять-то? Такой вот трубочкой. Так вот берешь, вот так вот. Просто наполняешь водичкой, потом вот так вот открываешь. А там ты мне с той стороны клапан показал для чего? Вот с этой стороны. А, это здесь надуваешь. Да, здесь надуваешь. Хорошо, а тут клапан для чего? Вот здесь надо то же самое. Вот, один и тот же. А, все понятно, ага. А мы, скажи, покушали. Мама супец сварила нам, покормила. Лерочка Дамирку кормила, я Миланочку. Теперь кого? Кого? Теперь мы пьем сок. Ух ты! Ой, видите, потому что вот этого не было. Надо их две. Я заказала две. Не знаю, Рушан забрал вторую, нет. Мама надует еще одну. Вот видите, Дамир, он полностью Лера сам залез. Ну, Лера, да. А Милане уже нету места. Она еще такая прохладненькая, это одно вот для нее, она такая типа. О, да. Но она не прохладненькая, если честно, она теплая же. Ну, уже. Вот. Дамир, лови, лови штучки, где? О, ух ты! Милашенька, давай, солнышко, лови. Ну, мама прям красиво брать. Смотри!
Тут еще и пища. А ладно. Ты видела, что он сделал? Смотри. Нет, сейчас не убирает. А так он убрал мою руку и твою руку. А это не взять, Милаш, это вот так вот. Все, красота. Играет. А я здесь готовлю на обед пельмени. У нас будут пельмени и салат. Милашке нравится, она сколько времени стояла, топталась. Ну, вот так, ой, как нравится. Тогда пусть они с этой поиграют, а потом уже, если надоест, мы другую откроем. Мы здесь на подушечках лежали просто. Теперь вот он подушки снимает. Ой, выкидывать сейчас пойду, уберу их на кроватку. Мы просто в манеже лежали, отдыхали. Мама, уберем подушечки, ладно? Зачем? Вот так вот, видишь, упала и мягенько попочки. Играйте. Вот сюда, дочь. Вот, смотри, Милаш. А он наверх еще пищит. Вот. А уже скажи, что мне? Я взял вот отсюда, оба и выкинул. Что вставать? Утруждаться, да? На мир. Опа, и все. Ой-ой, доченька. Ой-ой, доченька, стой. Тут даже тарелка вспотела. Горячо, что ли? Или что? Тарелка просто влажная была. Да, играйте, играйте. Мы вышли погулять. Я подогрела супчик, пока он у них остывает. Мы сейчас чуть-чуть погуляем. Да, да, Мирчик? И домой. В магазин зайдем. Рушан потребовал семечек купить. Нагуляемся и домой кушать. Дамир сегодня мега капризный, мега капризный. Что-то никогда таким, мне кажется, не был. Может, что зубы в поездке, в гостях, все идеально прям было. Я даже удивилась. Сегодня утром проснулся нормальный, но днем это был караул, конечно. Ну ничего. Может, в поездке там много гостей, нянек было, ему было не до зубов. Он на это внимания не обращал. Как говорится, мы это, этим глушили, что вокруг все прыгали, скакали. А здесь мы тоже, конечно же. Да-да, вот он не может, ему надо посмотреть, мама идет, нет. Та коляска, которая, где он на нас смотрит, на тебя, для него, конечно, ему больше нравится. Так, забежала в Магнит. Купила вот такие бархатцы, потому что мои половина бархатцев нет, зашли. И смотрю, у меня сейчас я тут бананы сейчас потеряю. Вообще, вот корзину, она находится, расположена как-то неудобно очень. О, я же сказала, сейчас все потеряю. Очень неудобная корзина. Надо Лере отдать. Лер, а ты можешь бананы себе взять, положить в корзину? Потому что они у меня вываливаются уже. Держи. Держи, держи, держи. Опа. Так что посею бархатцы сегодня-завтра. Все, нагулялись, в магазин сходили, купила там печенье.
Что еще? Семечки Рушан попросил. Бананы. Надо что только по мелочи взяла. Кач-кач-кач. Что там Амир делает? На качели. А скажи, это кепка. 200 раз ее выбросил. Мама подняла. Сиди, сиди, не бойся. Ой. Расслабься. Давай маме. Опа. Опа. Мы уже дома. Сейчас буду готовить супчик. Он уже остыл. Сейчас перебью и будем уже ужинать. Такая игра. От Лера поехала на велосипеде кататься. У нас как раз к вечеру, правда, хорошо устала на улице. Вот поехала на велике кататься, изучать столицу. Хочет заехать в Магнит Косметик. Не знаю, найдет она, нет его. И чтобы не заблудилась. Ну, как говорится, телефон есть. Не заблудится. Пилочку купить. У нее пилочки нет, чтобы ногти немножко убрать. Потому что уже ее и мама ругала, и мы ругали. Ну, подростки, ничего не сделаешь. Они сейчас все такие, как говорится, хотят быть красивыми, модными, смотрят на взрослых. А мы поужинали и на улицу опять вышли. Давай. Да, и ты тоже вышел. Тебя только не видно, да? Катя? Нет, говорит, это головой гав. Маша, ты пилотик гулять? Все гуляют. Пилотик, собачка, да, гав собачка. Все гуляют у нас. Мы, правда, такие чумазы, вышли на улицу. Дамир, посмотри на нас. Сынок. Кукуська. Куся, 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 куся. Где Дамир? Скажи привет. Привет, скажи. Привет. Вот он я. Дай мама пальчик поцелуй. Дай мама пальчик поцелуй. Да. Какой вкусный пальчик у Дамира. Еще вкусный пальчик. Мы опять пошли гулять, на этот раз с нами пилотик. Пилотик! Пилотик! Иди домой! С нами бежит, гуляет, домой не хочет идти. А там задавали, почему мы купили новые коляски, с ними здесь и, ну, не ездим по нашим улицам, потому что, ну, вы видите, какие здесь дороги. Вот по таким дорогам мы и убили вот этих коляски, особенно Дамира. Те также убьем. А те коляски у нас просто не стоят. А те коляски мы также ездим в город, в гости, куда-то берем с собой коляски. Вот. А у нас было такое время, что мы в Краснодар ездили каждый день в гости. Каждый день. Неделю. Целую неделю, каждый день. Так что вот так вот. А эти здесь чисто по деревне гонять. А, вот почему Лера. Пошли, говорит, погуляем. Пошли, говорит, погуляем. Попался! Я все засняла. Вот оно что. Вы его видите, нет? А я его вижу. Вот оно, чудо наше. Несется. Вот он, несется. Младшенький наш. Ага, пилот. Шкуру твою я буду спасать, да? Страшно? Собак-то здесь много. Пойдем, 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 мой сладкий сыночек мой. Пойдем. К нам просто там приехали. Он, короче, это дома не хочет сидеть. С нами гуляет, да? Пока папа там разборки, как говорится, уборки наводит. Вот у нас пилотик с нами гуляет. Просто вспышка, да, включается у меня. Попробую сейчас выключить. Смотрите, а это что такое?
Человек, да, там стоит какой-то? А есть что-нибудь детские кинокартинки у тебя? Ну, только планета. Это просто фонарик какой-то. Это мини-проектор. Смотри, луна. Ты, главное, тут эти свои пластмасочки не потеряй, ладно, солнышко? Не потеряй, они на цепочке. А, ну здорово. Можно потом отдельно купить, они недорого стоят. Буквально рублей 40. Нет, дело не в этом, дело в том, что это. Они могут в рот взять. И в глазки не свети, ладно? Смотрите, луна. Вот этим фонариком в глазки не надо светить. Иди. Нет, Милана. У меня уже суп готов. Но рис я отвариваю отдельно. Зелень добавила, картошка. Лук я вытащила, я зажарку не стала делать. Лук немножко поварился, я его просто убрала. Кто-то там интересовался, что постоянно видят семечки, но не видят, как мы их грызем. Интересно, зачем это показывать, как мы их грызем? Ладно, это все фигня, семечки. У меня здесь ЧП. Капец. Монтирую видео, уже видео на 1 час и 1 минуту. Время у нас час, чтобы вы видели, час ночи. И у меня вот такая хрень вылезла. Я Рушану говорю, что она нажимает, да или нет? Он говорит, я не знаю, говорит, я не хочу быть расстрелянным. Я говорю, я этого не переживу, если у меня сейчас закроется программа. И мне придется это делать все заново. Я с 10 часов сижу, монтирую это. Это издевательство называется. Руш, подскажи, иначе я сейчас я это... Нет, я жить хочу, поэтому. Ну скажи, ну серьезно, Рушан. Ну напиши, да. Да? Нет. Чего нет? Я не знаю. Ну говори, что писать. Хотите отправить отчет в Мавави, чтобы помочь нам быстрее? Может, нет написать? Ну вообще нет. Тогда удалиться? Я не знаю. Написать да? Ну, попробуй, да. Тогда оно удалится? Я не знаю. Нажимаем, да? Короче, если она удаляется, я иду спать, плевать мне на это все. В смысле? Ребят, вы что, прикалываетесь надо мной? Рушан, это ты мне сказал? Я правильно ничего не говорю. Рушан! Ты можешь пересмотреть видео, я ничего не говорю. Последний сеанс работы был завершен некорректно. Восстановите проект? Да. Не пойдет спать. Работать дальше. Не пойдешь спать, работать дальше. Да я лучше поработаю, чем я пойду спать. До работы. Так что все. Все живы, все здоровы, короче. Это не серьезное ЧП, не переживайте. Ура!